В Северонежске прошли соревнования по биатлону. На старт вышли более 50 спортсменов. Михаил Лысенко не раз защищал спортивную честь Северонежска и Плесецкого района в лыжных гонках. Мы еще раз убеждаемся, что наш поселок Северонеж один из спортивнейших поселков Архангельской области. Настроение у меня всегда замечательное. Всегда стараюсь поддерживать эти различные соревнования поселковые. Постоянные участники соревнований – спортсмены из города Мирный. Когда встречаются на спортивных соревнованиях два разных населенных пункта, это в этом выигрывают в первую очередь дети, потому что им интереснее участвовать с другими ребятами. Ну а нам, работникам спорта, ну, тоже своеобразный опыт. Участники соревнований показали хорошие результаты как в стрельбе, так и в гонке. Среди победителей Полина Богданова. Лыжный сезон в этом году мне не очень удался. Я очень много болела, но сегодня я заняла первое место, и я этому очень сильно рада. Турнир по биатлону поставил точку в этом лыжном сезоне.